1787 году в Балаклаве в честь прибытия Екатерины II была сформирована Амазонская рота. Она состояла из 100 жен офицеров и их дочерей. Они научились ездить верхом, соблюдать строй, фехтовать на саблях и стрелять из ружей. Командиром амазонок стала Елена Сарандова, первая женщина-офицер в России. На роту императрица пожаловала 10 тысяч рублей. Для сравнения, хорошая корова тогда стоила 8 рублей. Правда, в боевых действиях женщины так и не приняли участие. Рота амазонок просуществовала один месяц.